Магадан получил паспорт готовности к отопительному периоду. Завершился ремонт, в течение которого ресурсоснабжающие организации создавали нужные условия. Подготовили тепловые сети, котельные, центральные тепловые пункты, оборудование. Магаданэнерго и Магадан-теплосеть получили нужные документы. Все объекты социальной сферы также готовы к приходу зимы. И как всем известно, уже давно у нас начался отопительный период. В установленный законом сроки, а это 15 ноября 2021 года, муниципальным образованием город Магадан получен паспорт готовности муниципального образования к работе в зимних условиях. Это требование федерального законодательства. В установленные сроки должны быть завершены основные работы, ну и работы, которые могут завершаться после начала отопительного периода, также завершены. В летний период специалисты провели реконструкцию инженерных сетей. Службы сделали все возможное. Подготовили котельные, ЛЭП и трансформаторные подстанции. В мэрии областного центра сотрудники коммунальных служб Магадана обсудили снегоуборку. За последние 2 недели выпало много осадков, поэтому специализированная техника работает по основным городским маршрутам. Сотрудники комбината зеленого хозяйства обрабатывают тротуары песко-соляной смесью. Также расчищают межквартальные и междворовые проезды. Тоже расчистка, производили подсыпку, в том числе отдаленные районы, Туча, Лицунная, Радист, Солнечный. Все это как бы было сделано. Поступило значительное количество предписаний от ГИБДД. Сегодня они все были отработаны, они вчера там срок сутки было и меньше. Сейчас вот как раз перед совещанием принесли еще 8. В основном это связано с наличием рыхлого снега на тротуарах и скользостью. Подъезды к детским садам и школам сделали. Задействовано 28 единиц техники КЗХ и 50 специалистов ручного труда. Кроме того, работает 29 единиц техники ГЛУТ. Также началась подготовка города к Новому году. На данном этапе используют световое украшение. Сегодня в детском лагере «Северный Артек» торжественно открыли вторую профильную смену военно-патриотического слета Магаданской области «Золотой эполет». К сожалению, из-за осложнения эпидобстановки в регионе на очные соревнования прибыли только 3 команды, но, как предупредили ребят-организаторы, борьба от этого может стать только жестче. В прошлом году мы подняли высоко планку «Золотой эполет» и «Снежный десант», поэтому в этом году жаль, что, конечно, не все команды прибыли на этот конкурс, но тем не менее, хотелось бы поздравить вас с открытием второй профильной смены, пожелать вам, чтобы вы прошли все этапы достойно, чтобы вы стремились к победе, чтобы набрались ярких впечатлений, которые будут у вас здесь, ну и честно победили во всех конкурсах. А бороться командам есть за что. Главный приз – поездка в Москву на федеральный этап военно-патриотических соревнований в декабре этого года. В общем, настоящие мужские состязания. Но в соперничающих командах немало девушек. Съемочная группа «Вечернего Магадана» побеседовала с Елизаветой Лысенко, одной из участниц «Золотого эполета». Зачем это надо девушке? Это своеобразная физподготовка, это обновление каких-то определенных навыков, и также это показывает то, что этим могут заниматься также и девушки, желающие. От этого мероприятия мы ждем только победы, хороших выступлений и море позитива. О том, какое значение имеет военно-патриотическое воспитание молодежи, «Вечернему Магадану» рассказал руководитель клуба возрождения Магаданского промышленного техникума Михаил Шпак. Команда создавалась в 2017 году на базе Магаданского промышленного техникума. Организовано это было казаками областного казачества Магаданской области. Своими инициативами, своими возможностями развивали клуб, старались участвовать во всех мероприятиях военно-патриотического характера. Ровно с этим изучаем славную традицию казачества, освоение Сибири, Дальнего Востока, то есть региональный компонент, полностью стараемся казачество изучать. Более того, занимаемся фланкировкой шашки на данный момент, формируем отдельную команду для выездных мероприятий, готовимся на выезд в город Владивосток.
Готовиться к конкурсу команда «Возрождение» начала еще с первого «Золотого эполета» год назад. Тогда он состоялся лишь в онлайн-формате. Ребята сегодня очень мотивированы, так как соревнования выездные и очные. Знаете, вот в декабре месяце состоится всероссийский слет «Золотой эполет». Мы проводим региональный этап. Лучшая команда, она поедет на этот слет, то есть ей предоставится возможность. Это первый момент. Второй момент, что после снежного десанта как раз победитель «Золотого эполета» прошлогоднего поехал на пост номер один, это всероссийский конкурс, который проходил в сентябре сразу в двух городах, это Тверь и Ржев. И наша команда там стала лучше. По словам Дениса Сергеевича, данный конкурс имеет очень серьезное значение для ребят и как социальный трамплин. Дело в том, что соорганизаторами «Золотого эполета» являются Министерство просвещения, Министерство обороны, Всероссийский молодежный центр «Олимп», Совет Федерации и ряд других серьезных структур. Плюс все топовые вузы Москвы. В жюри интеллектуальных конкурсов работают председатели приемных комиссий этих вузов. И победители, и призеры имеют возможность получения преференций при поступлении. Гимназию номер 30 сегодня посетили сотрудники и руководитель Главного управления МЧС России по Магаданской области. Повод был необычный. Ученика школы торжественно поощрили за правильные и оперативные действия при пожаре, которые спасли жизнь 7-летнему и полугодовалому ребенку. Вот лично я хочу сказать спасибо. Ребята, здравствуйте. Сегодня у нас прекрасный повод. Благодарственное письмо от имени Главного управления МЧС России по Магаданской области. Мы благодарим ученика 6 класса В гимназии номер 30 Слюнченко Владимира. Большое-большое тебе спасибо. Если бы не детей бы не было. Вот. Молодец. Так, Владимир, это еще ничего. Не все. Подожди, смотри, мы тебе дали вот такую прекрасную книгу. «Четверть века на службе людям» – это юбилейная книга про спасателей. Я гуляла с подругой и услышала, как ребенок кричит в окно «Помогите, спасите!». Я первым делом подбежал туда, увидел, что на третьем этаже пожар. Несмотря в телефон, позвонил в службу спасения. И скорая, и пожарные приехали меньше минуты. Меньше минуты прошло, они уже на месте. Я был все это время там, до того момента, как дети не сидели в скорой и там не закрыли дверь. Как отметил руководитель Главного управления МЧС России по Магаданской области Любомир Муха, самым важным в этой истории является следующее. Особенно в том, что ребенок сам сообразил и позвонил на 112. И самое главное, он не собирался снимать фото, видео, а сообщил о пожаре. Вовремя сообщение о пожаре – это спасение человеческих жизней. Классный руководитель Володи Виктория Трикопа считает, что поступок ее ученика закономерный и ожидаемый. Ну, на самом деле, Вова у нас человек с очень активной гражданской позицией, и поступок, который он совершил, это вполне в его духе. То есть он общительный очень, коммуникабельный, вокруг него всегда очень много людей. И то, что он добился того, что его услышали взрослые, это вот как раз, наверное, больше черта его характера. Поэтому это вполне логичный поступок. Свой особенный характер Володя проявил сразу же, в ходе торжественной встречи. Вот когда пожарный, он залез на третий этаж, чтобы спасти ребенка, он с ним спустился. А почему он второй раз за вторым не полез? Через крышу? Да, нет, не через крышу, а по лестнице. Он по лестнице поднялся на третий этаж, спустился, он же мог еще раз подняться. Просто они решили как-то второго ребенка изнутри достать, я вот этого не понял. Главный спасатель в регионе пояснил ребятам, что это вопросы тактики тушения конкретного пожара. Есть разные способы и разные тактики. Специалисты выбирают всегда наиболее адекватные складывающиеся ситуации. Мерило здесь одно – спасение человеческих жизней. Более того, каждый пожар и действия всех задействованных спасателей позже анализируются и разбираются с целью исключить неправильные или ошибочные шаги.